начали чача. Так что through your body hot, you got another shot. Through your body, shake your body hot. Chili, dance your cha-cha, bala chili, cha-cha. Dance so through your body hot. You got another shot. Through your body, shake your body hot. Bala chili, cha-cha, bala chili, cha. Dance your cha-cha, bala chili, cha-cha. Dance so through your body hot. You got another shot. Through your body, shake your body hot. Самых послушных, самых умелых, самых достойных и самых смелых. Словом всех тех, кто целый год трудился и к знаниям стремился. Ведь год был очень важный, интеллектуальный, наукою прославлен. Господство наук – это прекрасно. Ты жаждешь открытий, твоя душа томится незнанием и полна предчувствий истины. И тут снисходят к тебе научные знания ученых всего мира и всех веков. Наука – это труд тяжелый, наука – это волшебство. И если в жизни раз коснулся ее сердцем, взлететь от радости открытий будет вам дано. Так пусть сегодня здесь господствуют науки, и от улыбок станет всем светло. Наука никогда не станет поводом для скуки, и праздник превратится в волшебство.
Минуты неумолимо бегут вперед, и до Нового года осталось совсем немного. А чтобы встретить его во всеоружии, я должен успеть завершить свой новогодний сюрприз. А дружеские аплодисменты зала послужат для него сигналом. Аплодисменты в зале громче, а бубенцы играют звонче. В Новый год и Рождество миром правит волшебство. Чудеса заходят в дом, оставляют счастье в нем. Вспыхнет в сердце пусть надежда, станет на душе тепло. Пусть тебе подарит счастье Новый год и Рождество. Сегодня мы рады приветствовать вас, дорогие друзья. Вы яркие, интересные, творческие, интеллектуальные и любознательные, активные, инициативные, дружные, спортивные. Вы новое поколение, вы наша гордость и надежда Личины. И я вами доволен вполне, но разрешите похвастаться мне. Я сотни подарков развел ребятне. Компьютеры, скутеры, яркие книжки получат от Деда Мороза детишки. Цветной карамели раздал 100 корзин. Желающих много, даритель один. Но сделать новогодний праздник волшебным нам, Дедушка Мороз, помогают многие взрослые. И я с радостью приглашаю на сцену председателя Лидского районного исполнительного комитета Михаила Константиновича Карповича. Дорогие друзья, по уже сложившейся традиции в канун новогоднего праздника гостеприимный дворец культуры широко распахивает двери для сотен мальчишек и девчонок. Для всех, кто находится в ожидании чего-то необычного, волшебного, радостного. Дорогие ребята, ваши светлые лица, радостные глаза – награда для нас, взрослых. Уходящий 2017 год был объявлен президентом нашей страны годом науки. Беларусь подарила мировой науке немало известных имен. Среди них инженер Игнат Домейко, математик Софья Ковалевская, конструктор Павел Сухой, физик Жорж Алфьоров и многие-многие другие. Подводя итоги года, мы рады, что наши ребята достойно проявили себя в разных сферах деятельности. На заключительном этапе Республиканской олимпиады по учебным предметам учащиеся Лидского района завоевали 16 дипломов. Победителями стали учащиеся гимназии номер 1 города Лиды и средней школы номер 15 Шрайбен Катрин, Лисай Элина Анна, Гумбар Сергей, Сечко Василий Дмитрукевич Антонина. Имена учащихся Лидского района Центра технического творчества Пронюка Андрея, Лысухиной Анны, Потапчика Евгения, Свинтицкого Вадима, Молчановича Владислава, Санюка Олега, Кононова Ильи, Шелестного Яна, Лысенко Антона, известный среди многих молодых людей, увлекающихся техническим творчеством на уровне республики, так и за ее пределами. Ребята чемпионы Европы по ракетомодельному спорту, победители международного конкурса стендового моделизма «Минск-2017», Кубка Республики Беларусь по ракетомодельному, авиамодельному и судомодельному спорту. Мельникова Дарья, учащаяся гимназии номер 1 города Лиды, стала победительницей Международной олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь. Историческая и духовная общность». Милевская Диана, Косяк Полина, учащаяся Лидского районного центра творчества детей и молодежи, победитель международного фестиваля конкурса «Творчество без границ» и республиканской выставки «Детское творчество Каски Бай». Учащаяся районного экологического центра детей и молодежи Йотковской средней школы, средних школ номер 11 и 14, Гайдель Дарья, Гайдель Мария, Карабач Егор, Давлют Яна, Жидис Яна, Зданович Гражина, Капуста Анна, Дегалевич Виолетта, Филипчик Алексей, Кабайлова Диана, Филиппович Анна, Кудила Юлия, Костюк Милана, Мамедова Жанна старались сделать наш край чище, краше, уютнее, став победителями конкурсов «Украсим Беларусь цветами»,
«Юный натуралист», «Зеленая школа», «Лед», «Цветы и фантазия». Дорогие ребята, вы большие молодцы, Липчина гордится вами. А мы, взрослые, в свою очередь делаем все для того, чтобы наши дети могли расти и развиваться, получать образование и уверенно смотреть в будущее. Ежегодно в районе открываются новые образовательные и спортивные объекты для детей и молодежи. Так, в 2017 году в Ленде начали работать современный образовательный центр по обучению детей основам безопасности, залы бокса и тэквондо. Дорогие друзья, я очень хочу, чтобы новый 2018 год подарил вам яркие, незабываемые события, чтобы чудеса, о которых вы мечтаете, обязательно свершились. Издавна существует традиция загадывать желания под Новый год. Загадывайте свои желания, ставьте перед собой новые цели. И помните, мечты исполняются не только Дед Мороз. Мечты сбываются у тех, кто упрямо идет к своей цели, не боится трудностей. А мы, взрослые, поможем вам в достижении намеченного. Желаем быть счастливыми, здоровыми, успешными в учебе и спорте, творчестве. Отличных вам оценок, надежных друзей, веселых новогодних каникул. Уверен, что сегодня вы отлично проведете время в замечательной новогодней елке, в кругу сказочных персонажей. И надолго запомните красочное представление, улыбок, счастья и добра. И, конечно же, будьте здоровы! С праздником! С Новым годом! Спасибо, Михаил Константинович, за доброе пожелание. Примите от всех детей Личины поздравления с Новым годом. И этот подарок, выполненный руками юных жителей района. Уважаемый Михаил Константинович, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем здоровья, успехов и благополучия. Мы благодарны вам за неустанный труд и заботу о нашем городе. Моей внучкой Снегурочкой приглашаем всех окунуться в атмосферу волшебства и приключений вместе с героями новогодней сказки. А поможет нам в этом веселая минутка. С Новым годом! С Новым годом! Говорим друг другу мы. С Новым годом! С Новым годом! С чудным праздником зимы! Веселая минутка, не смотрите, что малютка, могу время изменять, все должны об этом знать. Минутку люди берегут, ведь год составлен из минут. Смотрю я в зал, все гости в зале, таких давно я очень ждала. Вдруг кого-то в спешке проморгала. А ну-ка, ответьте мне честно на каждый вопрос, для всех он будет очень прост. Кто с улыбкой дружен? Сегодня нужен? А кто с песней дружен? Нам сегодня нужен? А кто с шуткой дружен? Нам сегодня нужен? Такие гости в зале есть? Таким гостям хвала и честь! Как приятно, что сегодня в гости все вы к нам пришли. И не глядя на заботы, час свободный вы нашли. С Новым годом поздравляем и на сказку приглашаем. Сказку лучшую на свете, ведь всего через минутку вас ожидают чудеса. Слышите? Здесь оживают добрых сказок голоса. Сказка, дети, к вам идет и гостей с собой ведет. А таких узнаем. Тише, начинаем. Моя сказка, как слышно, можно начинать. Добрый день. Если вы думаете, что я простой кот, то вы глубоко заблуждаетесь, глубоко. А если думаете, что простой лукоморье, то тем более. Нет, я, конечно, кот, но я ученый, а не какой-нибудь там шарлатан. А во-вторых,
совместительству. Люблю гостей по сказкам водить, а также гадаю по руке, верну любимую, отворот, приворот, по фотографии там это назвать, при юбилее, корпоративных вечеринках. Так, моя группа, матрешки, петрушки, не разбегаемся. Раз, два, три, четыре. Ха, а где еще два? А ладно, идем направо, песни заводим. Крайне важно уши и хвосты, но синие крылья понятно мечты. Для науки безразличны чувства и цветы, но прожить не просто, а без мечты. Оглянись вокруг, может, рядом ждет тебя. Ага, ты подкрались тихонько и легонько. Какая вкуснятина! Кстати, сейчас век гуманизма, год науки, расцвет искусства и ремесел. Купили сувениры? Ушанки, командирские часы, матрешки, петрушки. Нет желающих? Я же не просто так, у меня к вам может интерес научный. Продолжаем петь. Только нужно осторожно ласково взглянуть. Тут ведь очень важно не вспугнуть. Оглянись вокруг, может, рядом ждет тебя она. Так подкрадись тихонько и легонько. Какая вкуснота! Экскурсия, не расходимся, мы продолжаем. Дождь по краешку ёлки простыл, и будто пол, и дружка с матрёшкой волшебному дуру. Растянет гармошку, припомнит и пустится в пляс. А после смотрёшки споёт про гармошку, чтоб из лесу видела нас. А после смотрёшки споёт про гармошку, чтоб из лесу видела нас. Эгегей! Эгегей! Кто-нибудь! Кто-нибудь! Эгегей! Это мы! Это мы! Матрёшка! И Петрушка! Петрушка! Матрёшка! Мы пришли! Эгегей! Люди! Кот-ученый! Где вы? Это что ж получается? Наверное, мы опоздали. Ты что, Петрушечка? Да не может такого быть! Ой, Петруш, чует сердце мое, что здесь что-то неладное. Точно! Не обошлось здесь без хитрости. Надо пойти по сказочному маршруту и во всем разобраться. Ой, Петруш, а мне что-то боязно. Не трусь, матрешка. Нам в сказке чем страшнее, тем веселее. Ага. Иди туда, не зная куда, найди того, не зная кого. Как не зная кого? Кота ученого. А если мы его не найдем? А может, не надо? Отступать? Никогда! Явно нечисть всякая под Новый год разгулялась.
пора ее проучить. Ну, заодно и кота выручить. Все-таки ученый. А чем бы вас отблагодарить? Ничего нам, дедушка, не надо. Ты лучше помоги нам отсюда выбраться. Беда в Лукоморье случилась. Ворота настежь открыты, а кот ученый исчез. Слыхали о таком? Ага, как же не слышать? Сам сказки люблю почитать. Беда, беда в сказочной стране. Неужто не знаете? Да по-разному говорят. У нас плохие новости по лесу вмиг разносятся, что волна морская. А где правда, а что ложь?
врешь, тут не разберешь. Да только правда-то она одна. Подслушиваешь, нечистая сила? А ну-ка, кыш! Кыш от седла! Кыш! Кыш, нечисть проклятая! Про волшебника Черномора слыхали? Слыхали, конечно. Так говорят, он все сказки разом и похитил. И кота ученого под замок посадил. Хитер бусурман. Видать, новую сказку для детей хочет сочинить. Выходит, остались мы без новогодней сказки. Не бывать этому! Пойду к Черномору, биться с ним буду. Победю обидчика, кота вызволю и праздник устрою. Ого, легко сказать, а сделать-то непросто. Так расскажи, как? А мы-то расстараемся. Придется вам туго, дорожка-то не скатерть. Ох, лихо-то хлебнете. Вам до самого Кощеева царства добраться надо, а у него душегуба бессердечного меч волшебный имеется. Без этого меча Черномора не победить тебе. Все пропало, да, все пропало. Вот в неволе сказок не будет. Да нет, я просто так не сдамся. Вы вот что, ребята, а где это? Ой, ой, запамятовал старый. О, нашел. Возьмите GPS, клубок мой волшебный. Он вас по стежкам да по дорожкам поведет. Да все укажет. Ой, спасибо, дедушка. Спасибо, дедушка. В добрый час. Скатертью дорога. Ну что, Петруш, давай. Потому что ваши сказки какие-то добрые.
А мне нужны страшные сказки. Ужасные сказки. Мрачные. Про великого, злого и всемогущего волшебника Черномора. Ну то есть про меня. А то придумали добренькие сказочки рассказывать. Да еще новогодние экскурсии по лукоморью топами водить. А кто согласие давал, кто лицензию выписывал? Ныне будет все иначе. Ты станешь сочинять то, что тебе прикажут. Но уж нетушки, дудки, от меня вы этого не дождетесь. Я сыт твоей болтовней. Как там у вас говорят? Пройдите налево, посмотрите направо. Фу, язык сломаешь, да и ноги тоже. Будь мудр, как горный костыль. Не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни перов. Не стану есть, не буду слушать. Не откажусь сметану кушать. Мяу. О, коте, коте, не надо упрямиться. Ты попробуй, попробуй, дорогой. У тебя получится. Причинять людям зло не так опасно, как делать им добро. Тебе же известна истина. От добра добра не ищут. Значит так, верные мои пауки, свяжите этого несносного кота. Правильно, умницы, так и делайте. Я протестую. Не дождешься от меня, злодей, такой сказки. Матрёшка, Петрушка, на помощь! Петрушка? Матрёшка? Да я даже про таких не слыхал! И что, они голыми руками будут со мной воевать? Я точно знаю, помощь идёт! Да убейтесь вы отсюда, этого глупого коте! Напущу и небесный светильник, как ветер свечу, задую в два счета, когда захочу. Прочь, свет, свет, прочь. Ночь, мрак, мрак, ночь. Свет, сгинь, сгинь, свет. Был, нет. Был? Нет! Теперь ваш черед действовать, гнилушки-бородавки! Ступайте в лес, заморочьте голову путникам! Паутиная, путайте! Стежки, дорожки в клубок смотайте, но лишь одну не троньте, ту, что в болото гибельное ведет. Петруша! У тебя! Петруша! У тебя!
Раз, два, три, четыре, пять. Ты идешь меня искать. Кто не спрятался, я не виновата. Не виновата. Я не спряталась, ты виноват. Аусеньки! Аусеньки, масюсеньки! Аусеньки, масюсеньки, говорю! О, не нашел, не нашел. А давай, еще раз, а? Мне неохота, скучно. Ну? Лягушки спели бы хоть чего-нибудь, а? Ну да, пойте. Я, кажется, тону! Ой, мама, помогите! Петрушечка, меня тоже засасывает! Эй-эй-эй, кто-нибудь, на помощь! Милости просим сгинуть в топе болотной! Ура! Да помогите же вы из болота выбраться! Утонем! Так тайну Черномора никто и не узнает! Тайну? Тайну? Какую тайну? Какую тайну? Ох, ох! Вот так? Вот так! А ну рассказывайте, что за тайна у Черномора? Что за тайна? Черномор кота ученого и все сказки лукоморья похитил. И до вашего болота доберется. Да пусть только! Это же они нас пугают, правда? Они нас пугают! Они нас пугают? И не в самом деле! Черномор – злой волшебник! Да он в вашем болоте крокодилов поселит! Ой, а горло разведет! Ой. Головастиков зажарит! Лягушат засушит! А из вас уху приготовит! Помогите! Ква! Ква! Ква!
спасите! Спасите! Помогите! Вот-вот! Затем и шли, чтобы помочь. А вы? Простите уж нас, что сразу не спросили. Зачем в болото наше забрели? Куда путь держите? Куда? А куда? Куда путь держите? А? Куда? Кощеево царство. Меч булатный раздобыть надобно. Только он может справиться с чарами волшебной бороды. А еще, эй, лягушата, подайте храбрецам воды. Подайте? Зачем нам эта вода? Спасибо, не надо. А вода непростая, шутейная. Кто выпьет, тот в раз козленочком станет. А теперь ныряйте сюда. Что? Опять? Нет! Ныряйте, вам говорю! Это самая короткая дорога к Кощею. Да-да-да-да! Ныряйте! Пойдем, матрешка! Опять? Не пойду! Пойдем! Не боись, матрешка! Вот тебе моя музыкальная игрушка. Айпод называется. Яблочко. С ней не пропадешь. Вот сюда нажмешь, вся нечисть прочь вмиг отступит. Ну вы про нас не забывайте. Ну, не забывайте. Покедова. Скатерти вам дорога. Погоди, Петрушка! Чего ж, брат? Ныряй, говорю! Толстый шеем, зубы в пасти, точно ес! Нет на свете зверей земель, даже в озере Лох Несс! Скляночки водиться, правда маловато. Петрушка,
Слышь, Матрена, воистину в Лукоморье говорят, где силы взять нельзя, там надобна смекалка. Смекнешь, да схитришь, да змея Горыныча победишь. Ой, да, Петрушка, молодец. Рано радуешься, скоро сказка сказывается, да дело не сделано. Нам бы духу хватило самим Кощеем встретиться. Чую, жарко будет. Вот оно как-то так, и случайно-то и получилось. Да, вот музей дядюшки Кощея. Занимайте в нем свои места. Живые души не должны входить в мое царство и все прочие выходить из него.
здесь мы здесь навеки, вечные. А как же ты, лжегудец, не по новогоднему поступаешь? Слово последний помни, да дай. Валяй, это только скорлинка. Поднимем над собой высоко ручки, изображая деревья. Все подняли ручки вверх, еще выше. И как замашем, и при этом загудим. Еще громче, еще! Черномор не поймет, в чем дело, испугается. А в это время мальчики как залают, как гав-гав. Громко мальчики залают на Черномора. Еще громче!
радостно мяукают мяу-мяу-мяу. И вы все вместе как ногами затопаете, еще громче, как руками захлопаете. И как побежит прятаться со своими слугами. Но не тут-то было. Мы все вместе как закричим: ура! Наши друзья, Матрёшка и Петрушка, и придут на помощь котлучонок еще громче. Уважаемый котлучонок, минутки бегут, и сказки осталось совсем немного. Главные волшебники скоро придут. Рано радуешься, кот. Рано. Никогда не получит Петрушка с Матрёшкой даже кончика твоего хвоста. Ты будешь сидеть на цепи не у дуба, а здесь, в клетке. Ни один ребенок в мире не услышит от тебя ни одной новой сказки. А про старые все скоро забудут. Сказки читают, читают и читать будут. Правда, ребята? Ребята, вы боитесь Черномора? Ты заплатишь сполна за кошачий позор бородою. Дети, скорее зовите на помощь Петрушку и Матрёшку. Скорее, Матрёшка, Петрушка. Громче, Матрёшка. Побеждает зло. Ведь Новый год волшебный.
праздник. Ведь только в Новый год сбываются все мечты. И ты в нем главный волшебник. С Новым годом! Новый год, он приносит нам из детства сказки. Ты не скажешь ни слова про любовь, ты не скажешь ни...